Перший туннель третьей линии Минского метро злучил будущие станции – вокзальную и юбилейную. 1,5 километра побудована амаль за год. Теперь необходимо перевести великий туннелепроходший комплекс на другий участок. Велизарную машину, коля 100 метров длину, будут разбирать, перевозить и снова сбирать на новом месте. С сентября месяца будут выполняться работы по строительству уже рельсо-шпальной решетки. Мы сегодня уйдем от деревянной шпалы, перейдем на бетонные. Это изделие будет белорусского производства. Завершить будовництво туннеля плануется за 2 года. Таким чином подземка дополнится станциями Ковальская Слобода, Вокзальная, площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная. А первых пассажиров яны примут в 2020 году.